14 декабря 2020 года в Москве на Малой Сухаревской площади, дом 3, была открыта скульптурная композиция талантливому народному артисту СССР Олегу Табакову. Название композиции называется «Атом солнца», и создана она скульптором Александром Рукавишниковым как не величественная конструкция на постаменте, на которую страшно дышать, а наоборот, ее можно потрогать руками или пройти насквозь. В 2020 году Олегу Табакову исполнилось бы 85 лет, и поэтому театр в честь этого открыл светлую, солнечную, позитивную, веселую, добрую, душевную и цветную скульптурную композицию под названием «Атом солнца Олега Табакова». В центре сам Табаков, рядом с ним кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино». Оба сидят на деревянных подмостках, которые символизируют или театральную сцену, или плот. Название скульптуры появилось не случайно. Когда Олег Табаков был еще молодым артистом театра «Современник», драматург Виктор Розов сказал, что одаренность актера освещает весь спектакль, будто Табаков проглотил атом солнца. И вот сейчас на этом атоме солнца мы видим 5 известных высказываний Олега Табакова. Артист защищен любовью зрителя. «Я играю, значит, я живу. Это мой закон жизни». В театре неприходящей ценностью является талант. Испытав успех, актер обретает свободу. Смысл жизни в том, что жизнь на тебе не заканчивается. Всем известно, что Олег Табаков был талантище, артист кино и театра, режиссер, педагог, создатель театра. Вот сейчас зайдем внутрь этого атома солнца. Все стены внутри исписаны одним единственным бесконечным словом «талант». И через него можно пройти насквозь. Это вид с другой стороны скульптуры, с другой стороны подмостков. Бронзовый натюрморт из символических продуктов. Бутылка с морсом, который очень любил Табаков, черный хлеб, ярко-красные самарские раки с малой родины актера и алые помидоры, напоминание о его бабушке. И вот он, этот дом, Малая Сухаревская площадь, дом 3, рядом с которым находится и Московский театр Олега Табакова, и теперь уже скульптура в честь него. На открытии скульптуры 14 декабря были жена Марина Зудина, дети Олега Табакова, друзья, ученики. А открывал композицию Владимир Машков, который является художественным руководителем театра Табакова уже с 2018 года. На пути к искусству даже у новогодней елки есть театральный лозунг. И вот рядом со скульптурой стоит сам театр, Московский театр Олега Табакова. Олег Табаков еще в 1987 году открыл свою театральную школу-студию, которую называли все «Табакерка». Сейчас театр имеет 2 сцены на Малой Сухаревской, где мы сейчас находимся, и на улице Чаплыгина. У Олега Табакова осталось очень много талантливых, известных, знаменитых учеников. Во-первых, его жена Марина Зудина, Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Анна Чаповская и много-много других известных и знаменитых фамилий. А сейчас я вам хочу предложить посмотреть отрывки праздничного представления театра
Олега Табакова, выступление молодежи на День города в Москве в саду Эрмитаж. Если кто-то захочет посмотреть целиком этот ролик, я оставлю ссылку в описании или в конце видео. Вы не забывайте подписываться, писать комментарии и ставить лайки. И до следующей встречи!